Нанайская сказка «Ай-яга». Жила-была девочка, звали ее Ай-яга. Все ее любили и говорили, что красивее никого нет, ни на одном стойбище. Загордилась Ай-яга, стала часто любоваться собою, глядит на себя и не налюбуется. То в медный таз начищенный смотрится, то своим отражением в воде любуется. Некогда Ай-яге делом заниматься, все только любуется собой. Вот однажды говорит ей мать: «Принеси воды, дочка». Ай-яга отвечает: «Боюсь в воду упасть». «А ты за куст держись, руки поцарапаю, рукавицы надень». «И зарвутся», — говорит Ай-яга, а сама все в медный таз смотрится. Какая она красивая! «Порвутся, так за шею иголкой». «Иголка сломается, возьми толстую иголку, палец уколю». «Наперсток из крепкой кожи возьми, наперсток порвется». Тут соседская девочка говорит матери Ай-яги: «Давайте-ка я за водой схожу». Пошла и принесла воды. Замесила мать тесто, сделала лепешки, испекла их. Увидела Ай-яга лепешки и кричит: «Дай мне лепешку, мама!» «Горячая она, руки обожжешь», — отвечает мать. «А я рукавицы одену, рукавицы-то мокрые». «А я их на солнце высушу, покоробятся». «А я их мялкой разорму, руки разболятся», — отвечает мать. «Зачем тебе, дочка, трудиться, красоту свою портить? Лучше я лепешку той дуй девочке отдам, которая рук своих не жалеет». Взяла мать лепешку и отдала соседской девочке, которая сходила за водой. Рассердилась Ай-яга, пошла на речку, села на берегу и смотрит на свое отражение в воде, а соседская девочка стоит рядом и лепешку жует. Потекли слюньки у Ай-яги, стала она на девочку поглядывать. Шея у нее вытянулась, стала длинная-длинная. Говорит девочка Ай-яге: «Возьми лепешку, мне не жалко». Рассердилась тут Ай-яга, побелела вся от злости, зашипела, пальцы растопырила, замахала руками, и руки в крылья превратились. «Не надо мне ничего-го-го!» – кричит. Не удержалась Ай-яга на берегу, упала в воду и обратилась в гуся. Плавает и кричит: «Ах, какая я красивая! Го-го-го! Ах, какая я красивая!» Плавала, плавала, пока говорить не разучилась. Все слова забыла, только имя свое не забыла, чтобы с кем-нибудь ее красавицу не спутали. Чуть людей завидит и кричит: «Ай-яга-га-га! Ай-яга-га-га!» Тут и сказки конец. А кто слушал, молодец!